Я был как птица, которая может летать. Она ходит по земле, потому что ей и так хорошо. Но если захочет, как только захочет, тогда взлетит. Переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же! Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Болезни, солнце, воздух и вода от болезней помогает нам всегда, от всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода. Не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Есть птицы-поползни. Они в поисках своего червячка могут бегать по дереву даже вниз головой. Среди людей есть тоже такие, готовые ради своего червяка тоже ходить вниз головой.
список нелегалов. Копирование файла. Копирование завершено. Ох, нелегко выступать в роли поповзля. Надо бы Витьке подарок купить.
Он вроде голубей любит. Брелок, что ли, ему найти с голубями? Поищем сейчас, что нам Google предложит. Так. Во. Куча целая. Ну-ка, по картинкам глянем. Так, так. Это что за чудо? Ну, это явная какая-то несуразица. Такого не бывает. Глянь-ка. Иди посмотри. О, еще как бывает. Посмотри-ка, какого красавца я недавно сфоткала. Прям в центре города. Поглядим, поглядим. О, вот, дохтуюку. Покрупнее-ка сделай его. Да, во-во. О, как он. Какой красавчик. До чего жадность доводит. Это ж надо.